И сегодня у нас премьера. Мы присутствуем на первом показе возрожденного старинного паровоза серии «Мягкий знак». Да-да, была и такая. Перед нами действующий локомотив 19 века. Поприветствуем ветерана аплодисментами. Говорили в старину, ель номер 2021 был построен на Коломенском заводе в 1897 году. Заметьте, у этого паровоза нет тендера. Подарком размещается в специальных баках-танках вдоль котла. Поэтому локомотивы такого типа стали называть танк-паровозами. Бурно развивавшийся русский капитализм конца 19 века требовал больших погрузок на заводах и фабриках, а значит, активной маневровой работы. Поэтому для подачи вагонов нужны были маленькие паровозы, способные проезжать по витиеватым заводским путям. Танк-паровозы позволяли обходиться без разворотных устройств и обеспечивали машинисту хороший обзор вперед и назад, да и стоили недорого. Это и